счастью, я уже достаточно вырос, все-таки 38 лет, и сердце мое пребывает в состоянии умиротворения и спокойствия. И то, что там нечего тратить, как раз там есть что тратить, и я это решил поберечь до каких-то иных времен. Потому что вот эта растрата на страсти, на мужские страсти, она в итоге опустошает мужчину до такой степени, что потом тратить уже больше нечего. Да? И я бы, конечно, предостерег всех своих сверстников, ровесников и тех, кто моложе. Есть такие стихи у Сергея Есенина: «Как страшно, что душа проходит, как молодость и как любовь». Это очень важное ощущение, если мы думаем, что количество растрат, которые можем себе позволить, страсти своей, оно бесконечно, оно, конечно, конечно, оно тоже когда-то прекращается. И поэтому, видимо, песня была пророческая: «Больше не могу тратить свое сердце, и с тех пор я его больше не трачу, не зачем». Ну, а...